Давай, наливайка и Даниэль. Готовность. Да, нажал. Я тут. Я же тут нажал. Ой. Там изменилась настройка игры, поэтому. Ой, сейчас. Тогда можно. Наливайка звучала как глагол. Это, видимо, так и есть. Ну вообще это фамилия. Ну, как бы у тебя Вадим Бан тоже, как бы призыв к действию звучит скорее. Всем привет! Красная смерть, шестая цива, второй сезон. Ой. Вот я показал только две новые фракции, а за остальные даже не играл, не показывал. Так что давайте попробуем выжить в этом негостеприимном мире. Теперь играем за готических антигероев, и тут надо использовать их новую способность. Вот это то, что они скорбные дары отправляют. То есть люди на них могут подрываться, это во-первых, а во-вторых, они таким образом карту открывают. А, там невозможно. А где я могу разместить? Только на открытой местности, что ли, для себя? Ну, тогда это не так прикольно, конечно. Ну, давайте. О, там уже у нас имеются варвары. Давайте так сделаем. И теперь размещу. Как костела не поставить, сюда. Да? Что? Мирного жителя не поставить, да? А варвары захватывают мирных жителей? Да, конечно. Где мне? А, могу все-таки сюда? Плохо. То есть я, наверное, слишком далеко отправил. Ну ладно. Сейчас будем разбираться, как эта фигня работает. Меня, возможно, первым ходом по селенцию. На каких ходах прилетают? Я походил на одну клетку в сторону, там был варвар прямо подо мной. Да. Не хочу трогать пока этого варвара. Хочу вот лагерь захватить. Так, они каждые, видите, 5 ходов я могу. Я просто никогда не видел, что варвары появились. Размещать. И они, кстати, мне показывают вокруг себя. Ну, кто уже? Все уже? Быстро. Да, да, я же сказал, варвар захватил. Класс. Спасибо за игру. Спасибо. Пришел поиграть. Как-то ты неосторожно. То есть, кто внезапно не в курсе, если у вас захватывают поселенца, то вы проиграли все. Ну, сразу повышение доступно. Ну и я пока очень слаб, потому что нету, напоминаю, еще у антигероев способность... Так, это кого вынесли? Пиратов. У антигероев способность плюс 10 в пределах 3 клеток от границы безопасной зоны. А так как нету еще безопасной зоны, то я, соответственно, эту способность просто не могу использовать. Не может подключить, посмотреть? Могу включить, но... Не знаю, первый раз играю, не особо чему то интересно увидишь чего-то. Ну, все равно. Смотри. У тебя фан подскажет, как быстро слить. Первый раз такое. Говорит, вон там красные люди, веди к ним поселенца, они, наверное, хорошие. Добрый. Вертолетик. Кукусики, вы уже играете? Да. Да. Печаль. Сейчас стрим кто-нибудь заряжает? Так. Да, вон. Что-то я тут опасаюсь. Давайте вот так еще стоять. Будет партия или нет? Возможно, что-то... посмотрим. Зависит от того, как быстро мы эту сыграем. А вы во что играете? В красную смерть. Ой, я бы в красную сейчас зарубился. Я тогда вас подожду. О, так. Эти вот сюда, тут просто, видите, ну, более такая территория, которая позволяет... Ой, я могу уже бросать эти. Ну, если ты зомби, то надо, а остальные не знаю. Ну, давайте куда-нибудь вот сюда я лучше брошу. Не, прикольно, слушайте, мне вот за антигероев эта фигня нравится.
Так, я пока постою. Ребят, я пока отойду, отпишите в чатике, когда вы закончите, ладно, когда новую будете собирать. Давай ты, когда вернешься, отпишешь в чатике, что ты вернулся. Не, я буду онлайн сидеть, просто кинчик смотреть. Немножко страшно проверять эти грузы. Да не, они все, я ничего не кидал еще. Это кто? Так, а зомби что делает? Я так чувствую, что ничего хорошего. Едят мозги. Судя по тому, что я не вижу никого рядом, это, наверное, какие-то другие... А, вообще нету других грузов? Да, это все мои они видят. Все грузы, которые они видят, это мои. Получается, эти антигеро, они могут на любую клетку кидать, или которую открыли? Нет, они, во-первых, могут кидать на клетку, которую не открыли. Но там какое-то есть ограничение, я не могу понять, какое именно, потому что у меня на некоторые клетки... А, я понял, какое это. Там, например, нельзя, где эти, где... Все, я понял. Там, где просто невозможно разместить грузы, туда они не могут кинуть. Да, я вспомнил. Походу, следующим ходом может еще один игрок выйти. Ты? Ой, ой. Так, наливай-ка. Давай-ка, меня не убивай-ка. О! А как это? Подожди, а кто убил наливайку? Там зомби были, Лили. Зомби? Не убивай-ка, не умирай. Не умирай-ка. Как произошло? Как-то быстро нас... А ты можешь наблюдать? Так, я все потратил. Это радостно, то есть я могу просто сейчас спокойно. А тут фанаты, мне бы к фанатам не лезть, потому что у них, во-первых, ядерки есть, а во-вторых, у меня-то моего бонуса нету. Так, а, кстати, ты их помещать, чтобы не напекаться. Не я один такой с поселенцем поднялся. Да, и я корпус, понял, сделал на другом берегу реки, а поселенец не перешел. Ну да, да, не с тем отрядом, короче, соединил. Угу. Так. Еще даже первой зоны не пошло, уже два человека. Прикольно, да. Ого, тут зомби. Я тоже зомби. Зомби уже разжился всем. Да я, пожалуй, да, я пожалуй. Мне кажется, мне не стоит вообще ни на кого лезть, пока зона не пошла. Лёш, не уходи. Я уношу свои мозги подальше. Еще понадобится самому. Так. О, а вот зона. Что-то я далеко от края зоны. Ну, уже туда. Нет смысла идти. Так, куда мне кинуть? Подвигаться. Ага, видите, вон там у нас выживальщик. Так. Да. Давайте... Ой. Ну, так себе. Да, как бы, ну... Мне некуда кидать, поэтому хочу посяне кинуть. Стоп, вот и яйца запомнили. Да-да. Ой. Просто она в любом случае восстановится, держать ее при себе. Да, 5 ходов всего лишь. Она у тебя просто 6 ходов накапливается, да, сверху, если? Да. Нифига себе. Так, походу... Ой, у меня появились зомби-варвары. Блин. Вместо того, чтобы ранился... Давайте-ка мы тут объединим. Ай, теперь не сдохну. Так, там у нас еще, видите... Сейчас, так. О, вот сюда надо сходить, так. О, я вижу, где ядер.
Да, тут, конечно, моему поселенцу хана, скорее всего, настанет. Вот тут, похоже, никого нету вообще. То есть, смотрите, тут зомби, тут где-то фанаты вот тут ходят, там выживальщики. Значит, вот тут сверху пустое, и там можно разжиться чем-нибудь вкусненьким явно. Надо идти именно туда. Кстати, вот это классно в том плане, что ты реально понимаешь, где кто тусит. А, вертолеты, ага. Так, ну я хочу вот сюда сходить. Несомненно, в начале. Тут фанат пытается эту фигню раздолбать. Тут я пойду к моему поселу, просто встану в защиту. Тут исследуем территорию. Ну и тут вот этого поселенца я, скорее всего, потеряю. Все? Можно ходить. Я, наверное, тут высажусь, поплыву туда. О, далёте. А что будет, если на фальшивый груз поселенец наступит? Он умрет или ему урон принесется? Куда нас... Урон, урон. Урон. О, как раз можно проверять. Да, это, кстати, это вот идея именно поселенцами это дело проверять. Особенно у тебя есть их несколько. Да. Так, вообще не могу ловушку поставить. Я один не могу. Блин. Неудачно. Так, если его убьют... то он станет... Давайте попробуем. Блин. Блин, пока выбирал прокачку, убили вертолет. Это я дурачок. Можно проверить. А, ну да, понятное дело, к ловушке. Так. О, тут могут мне поймать моего посела. Да, и вот тут надо было собирать. Конечно, вот тут я вертолетом хреново сыграл. Просто плохо. Ну и чем еще хорошо мне вверх идти? То есть мне надо же от зоны играть. От края зоны, я бы даже так сказал. Да, захватили мне тут. Ладно, стоим. Лечимся. Давайте. А здесь кто-то был? Разведаем вот тут территорию. И вот тут. Так, ладно, надо мне, наверное, объединяться. Я уже не буду тут фанату мешать. Тут тем более зомби прутся. К нему, скорее всего. Тут где-то варвары. Вот этот откуда идет, интересно. Ну, и, конечно, у меня мало юнитов, честно говоря. Что-то я... Угу. А варвары не получают от зоны урона, да? Или получают? Нет, не получают. Где появились? Вот это реальные. Но я их изобрать не могу. Одновременно закинули их, да? Теперь нужно идти проверять, что с них так. Там вертолет летает. Вот это... Вот вертолет уже не очень. Блин, и там этот идет. Ты что найдете? Это угроза? Hear that? Нет. That's the wasteland wind. Так. Чтение. Так. Сдома. Блин. Ну, мне, короче, надо идти
просто к границе, видимо, там отсиживаться. О, опять полетело. Слушай, фанат, ну ты надоел. Там же выживальщик еще есть. Че ты по одному юниту долбишь? Берешь ядерку и просто в одного юнита бросаешь. Что в этот, что в прошлый раз. Ну, она без дела у меня и так пылится, потому что я вижу только тебя пока что. Убежать от всех. Вижу выживальщика, ну, кину его потом. Выживальщика не надо трогать. Он так далеко. Как это не надо? Надо. Блин, утомительный вообще. Блин. Блин. Ну, этот, кстати, меня не видит здесь, а вот зомби меня увидели, не знаю, как меня... А тут будут фанаты, ну, жопа. Может быть, где-нибудь еще найду поселенца? Как шанс. Только зомби где-то далеко сидят. Это кажется. Там вертолет этот. Опыт. Ну вот, смотри, фанат, ты меня ранил сам этот пулеметную очередь. Я его пошел, убил выживальщик, который за это получает плюс 100% опыта. Ну я же не вижу. То есть давай усиливать. Ну блин, ядерка, ну в один юнит бросать, ну совсем грустно же, ну. Один сейчас юнит, один. Ну она, я понимаю, что один, ну она мне и так. Ну ты, что первый юнит, что второй, ты для себя ничего хорошего не... Я, ну просто вот... Ну а так по твоей логике я бы вообще ничего и не бросил. Просто. До сего момента. Так, давайте сюда. Будем смотреть, как там... О. Что-нибудь возьмем. Так, тут меня зомби кусают за бочок. Блин, ну тут жопа у меня. А что, на варваров ловушки не действуют? Блин, что за фигня? Вертолет. Это вот началось с того, что я вертолет потерял. Не в тему. Совершенно. Тут никого нету пока. Доступно повышение. Давайте вот к этому домику попробуем прорваться. Ну вот я не знаю, как мне тут пройти. Тут зомби. Строй себе линию. Ко мне не пройдут. Обгоражусь своими ловушками. Так, ну вот эти вот новые, это явно. Накидали. Пока только, кстати... Не, ну, мои, Майк, а ты, были две штуки. Или у тебя просто стрим зависает? Не, на второй монитор просто. Я мышку перевожу. Поэтому да, так. Все, больше не будем. Да ладно, все нормально, я что-то скажу. Сейчас вертоль добьем. Так, сейчас надо около... Я могу, знаешь, как сделать сейчас? Экран включить инициативу. Сейчас попробую вот так как-нибудь. Или так пройти. Фанат, давай разойдемся. Да, по разным сторонам, а? Но он раньше, наверное, заберет это. Тебе будет лучше от этого. Точно? Спасибо большое. Уверяю. Да, не факт, что ты добьешь от этого. Да, тут урона. Nuclear launch detected. I am become death.
Destroyer of Worlds. Опять по одному юнит? Ух ты! А как это? Поселенца в ядерку запыльнуть. Ну ты скиталец молодец. Ну ловушки мои остались. Блин, сколько здесь этого? Тут, короче, в море есть остров, на нем три руинки. Давай ты не будешь рассказывать. Он в зоне уже, в красной. Так, значит, тут уже скитальца нету. Значит, можно сюда пойти попробовать забрать эту фигню. Фу, я, честно говоря, думал, что тут скиталец будет основным претендентом на победу. Но теперь я уже на зомби ставлю. Но мне главное дожить до... Вот, уже собрали. О, тут они, слава богу, обошел. Ну тут, вот благодаря тому, что скитальцев больше нету, я могу спокойно... О, даже лагерь варваров я бы забрал, конечно. Да блин! Какого хрена тут зомби появляются? Ладно, давайте апнемся. Я надеюсь, что вот зона как-то сомкнется. Ну, то есть, если отсюда меня будет выдали, то есть мне от этой вот зоны сейчас вот все исследую, что есть. Кстати, мне можно тогда спокойно вот так идти. О, тут варвары. Ну, блин, с поселенцем как-то неохота варварами заниматься. Е-е-е, вертолетик это сейчас в тему. Так, ну уже попроще. Правда, как вы этих зомби замочить будет, я не знаю. Но у меня плюс 10 будет около границы. Что... Блин, не знаю, заниматься этими варварами, не заниматься. Блин, вот это не очень в тему. Тут столько юнитов попоявлялось. Так, я буду забирать это. Нет. Кстати, у меня тоже есть ядерка. Ядерка прям совсем сильно. Какая ядерка влетела? Да блин. Странно, почему у зомби есть корпуса и армии. Ну, они объединяются в корпуса и армии. Ну, у них такой зомби-генерал ходит и командует обычными зомби. Мы такие. Хотел собрать. Термоядерку запустил кто-то или это она сама? Если сама. Она сама прилетела. Я в этот режим никогда не играл, но мало ли. Я понимаю, что, скорее всего, Дзет запустил. Нет, у этого... Нет, это зомби есть, запустил. То есть, есть ходок, кидают ядерки. Все, понял. Интересно, который из этих? Почему не Отсоединю, сейчас поплыву поселенцам туда. Так, тут главное апгрейд сделать. Sanctuary diminishes. Муха-ха. Подрыв попок.
пулеметчик. Ладно. Не понял. Чего я? Я сейчас как будто на мою территорию встал. Так, вот эти все три должны умереть сейчас. О, а вот сюда я бы слетал. Да ё-моё! Блин, против зомби очень сложно. Он был полностью убитый. Я думал, что он не может захватить... Нет, он полностью убитый, захватывает этот... Аванпост. Аванпост, ну. Охренеть. Да, я вижу. Кстати, классная способность, что они штраф за ранение не имеют. Я не понимаю, почему стоит... Почему на моем этом стоит поселенец зомби? Это что за странная я хрень? Я тоже не понимаю, вот как у вас так... А, все захватил. Блин, тут жопа у меня. Съедят ли Лёшу зомби? Ну, походу, съедят. Да не, вряд ли. Там... Мало их. Не, ну это ужас, конечно. Нет, отступай, блин. Так сидят. Ужас. Это при том, что я тут имею бонус к силе еще. Я пускай лучше умирают, чем зомби получат жрачку. Так, в трех клетках мне надо быть. Да. Фанат одиноко тусуется. Так, наблюдающий, давайте не рассказывать. Надо валить сюда. Ой. Интересная ситуация. Поотвлечь его. Раз.
Блин. И вышел прямо к варварам. Он пошел. Попытается забрать этих варваров. Куда? Ты там по варварам, что ли, долбишь? Да. Да. Бедные варвары. Заслужили. Нет. Кстати, здесь не варвары, а не грабители. А ну да, грабители. Так, полечусь один ход. Ну, этот сдохнет. Another falls to the dust. The Red Death expands. Ой, натыкаешься это подарки от предшественников? Да. Блин, сейчас вот этих убьет, ну это просто мрак. Зомби это мрак. Слушай, фанат, я не знаю, ну тебе надо ядерки против зомби будет использовать, потому что они, когда сомкнется, их будет много на маленьком пятачке. Ну я просто вот сейчас уже вижу их штук 8 армий. Ну, у него нет такой возможности, пока что. Это как? Откуда у него 8 армий? Ну он что любого, он любого убивает и получает юнит. Понимаешь? Убивает. Нету кого убивать. Ну как это нету? Убил, ты вот сейчас только что себя стоишь около этого лагеря. Фух, успел забрать. Ну это ж ужас. Если настоящий апокалипсис. А РСЗО стреляют после того, как походят? Нет, прокачка только там. Нет, прокачка есть. Только смелые команды. Ладно, попробую. Блин, этот тут приехал. Ты навел на меня ужас. Теперь боюсь на ту сторону идти. Ну, если он меня съест, то тебе ГГ будет. Да не, я бы поспорил тут. Вот это хорошая ситуация. Да, Лёша, он лучше, чем зомби. Ну, зомби еще пока дойдут, они же от разложения получают урон. У них прокачка есть, которая... Ну, не дает разлагаться. Возможно, уже прокачан. Да, блин, он еще и не умирает от выстрела. Ну, каны. У них самое дебильное, что они не они когда полностью, ну, нету ХП, у них не снижается урон. Просто вот мрак. Надо вот это этих убивать, просто чтобы зомби не доставалось. Тогда классно, что у них штрафа заранее нет. На самом деле, как самураи. Японские. Сейчас там хорошо будет. Блин. Стоит убитая армия зомби, я не могу ее добить. С полностью живым вертолетом. Добил же. Нет, я никого не добивал.
мой прикольный фанат, прикольный поселенцы. А у зомби и поселенцы интересно. Да не одинаковые же у всех. Ну, у зомби другие. У зомби там мозг в банке. Я думаю, зомби точно должны быть другие. Я буду все делать, лишь бы зомби не убивали мне никого, потому что иначе они будут получать. Да, блин. Ребят, мне надо, чтобы вы еще на одной моей посылке подорвались, чтобы я ачивку получил. Постараемся. А если на посылку варвара наступает, ему урон тоже не наносит? Вроде нет. Вроде нет варвара. А, я есть? Просто проверял, на моей ловушке эти урон не наносился. А есть какие-нибудь героев из игры, этот, ну, вы... Ну, этот, их останутся. Победил, останутся ловушки? Да, ну вот как остались ловушки скитальца, которые расставлял. Жевачка. Да, ловушки скитальца остались. Выживальщика, мамушки. Ой, я выживальщик, да? Нет, скиталец. Скиталец. Нет ловушек. А, значит, выживальщики остались. А, ладно. Hear that? That's the wasteland wind. Да блин, ну что за говнина, ну? Ну это невозможно играть. Ну просто показывает, который раз уже показывает, что сейчас умрет этот, не убивает. И у него остается там один хп у этого юнита. У армии. И он может в ответ ударить как угодно. Офигеть, он еще не умер от моей ловушки, зашибись. А что это за хрень? Может и умер, типа, баха не маха, да? Кстати, у зомби все нехорошо. Да ну нафиг. Ядерка хорошо полетела. Хотя я постою полечусь. Не думаю, что он меня может одним этим убить. А теперь вы хотя бы втроем деретесь. Так поинтересно. Короче, неудачно. Я считаю, во-первых, неудачно тут с вертолетом получилось и фанатом. Ну, то есть я про это. А во-вторых, неудачно получилось с зомби вот тут. Выйти, причем думал... их тут не будет, а оказалось нет. Но этот умрет. О, одна армия у меня была. Фу. Попался. Ловушка. Да. О. О, блин, я мог его полечить. А откуда у него вообще хитпоинты были? Не заберу. Вот зомби умирает. Да, зомби сейчас откинется. Ну, у него еще это, он же может лечиться, если кого-то убьет. Ну, у него еще шанс. Но... Надо кого-то убивать. Скажи, не о кого убивать. Все фуловые. Ну и тут еще зона, конечно. Меня выдавливает прямо на фаната. Опа. Камикадзе. Знаковые. Фанат Лёша выигрывает. Это я выигрываю.
Кому-то очевидно, что фанат выигрывает. Да, тут уже фанаты 100%. Не знаю. Такая заруба была между антигероями и зомби. Угу. Самое интересное было между вами. Тут из-за того, что двое так отлетели так быстро от варваров, какой-то дисбаланс создался. Какого-то больше места было. У зомби. Ну, они разве оба от варваров отлетели? Нет, нет, я от зомби. Ну, один от варваров, как минимум. Ну, пират первый, же ход от варваров. Ну, извиняй. Но тот, кого я убил, он даже, ну, никакой войны не было. Там просто поселка одного оставил, и все. Там не так было, я корпус не в ту сторону создал через реку и не успел перейти потом поселенцу. Меня ядерку запульнули, так бы я выживал, так бы еще войска подошли. Так, ну видимо поселенцам надо плыть куда-нибудь. О, отлично. Это все надежда моя. Боже, как вы взрываетесь? Здорово. Бесело смотреть. Да. О, отлично, опять в ловушку попал. А их неограниченное количество можно ставить или есть какое-то? Нет, я ставлю я могу поставить две ловушки каждые 5 ходов. То есть, грубо говоря, на данный момент я мог поставить... Я ставил при любой возможности... 16 ловушек. А если ты ставишь третью, первая исчезает, да, или остается? Все остается. Все, понял. Посмотри, сколько на карте их. Я не вижу. А? Блин, ну я высажусь, убьется зомби от меня, вылечится и... Вот такие. Вообще нету смысла. Да, блин, иди ты нафиг, свой зомби долбанный. Ладно, сейчас его Дзет уничтожит. Там такая армия идет. Да, пипец, ну что... Что такое это? Ну, слава богу. Блин, ну так было хорошо. А это последний? Испортил был его? Ну, ты видишь, его больше нету. Как бы только начал. Да, минут за 30 сыграли. Да еще такая зона большая, кстати. Да блин, да как так-то? Блин. От зоны я умер. От зоны. Я думал, там еще хватит мне хп, чтобы это вылезть. Ну, в смысле, я в воду спустился. Контрился? Блин, у меня даже сражений больше, чем у кого бы то... Ну, правда, тут зомби не видно. Да. Ну, не знаю, я считаю, мне не повезло тут во многом просто. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!